Всем привет, у нас новая задача, с вами снова я, Иван Зусанин. Это игра Far Cry. Идите и уничтожьте грузовое судно. Да, легко сказать, да? Легче сказать, чем сделать на самом деле. Жаль, она не приближает, да? Остается на одном уровне. Так, ну, я думаю, знаете что? Там, наверное, все-таки есть еще целая куча этих, так сказать, фанатиков. Патроны. Ладно, эти не те патроны, конечно, не самые лучшие. Так, вон там мы были. Идем вон туда, да, в том направлении. Блин, карты нету. Эх, конечно, карту можно скачать было. В принципе. Все равно на сайте где-то есть эта карточка, но нам она как бы не так сильно важна. Так, сейчас самое главное нам куда-то да прийти. Да, я думаю, вот по этой дороге я сейчас куда-то и приду как раз, наверное. Надежно. А вот меня смущает вот этот вот склон, как всегда. За ним может быть что-то очень опасное. Я думаю, что очень много сейчас будет врагов в конце. Да, ну конец, не конец, еще не знаю я, долго еще идти мне или нет, сколько еще глав проходить. Я думал, игра будет скоро уже закончена. Твою мать, я его нашел. Очень быстро нашел, да? А он что-то как-то не в эту сторону смотрит. О, там еще есть. Там кто-то еще есть. Значит, он не один. Так, я слышу. Ты, блин. Ты был один? Вроде пока больше никого не вижу. Надо идти аккуратно, потому что машины могут в любой момент. Ты чем стрелял? А, вот. Патроны, патроны, патроны. А вон и судно, да? Точно. Надо как-то подойти поаккуратнее к этому судну. Так, с этой стороны я их. Да, там их, наверное, много. Сейчас будем смотреть более внимательно. Не зря. Черт, еще туда дорогу куда-то ведет. Прикольное оружие, да, с переключателями, с какими-то сверх. Давай будем аккуратными. Посмотрим. А, вон они на судно. На судно находятся. Так. Интересно, а вот. О, блядь, чуть не заметили. Черт. Прокараулил ситуацию. Чуть не влетел. В неприятности. Да, там двое, блин. Но вот я не знаю, есть кто ближе, нет? Ближе вроде никого не видать. Так, мне бы перебежать туда, но я боюсь, я не успею перебежать туда. Все равно заметят. Уже заметили. Мать твоя. Ох ты, там снайпер сидит. Так, ладно, если там никого больше нету. Ого! Ого! Нихера он там раскидывает. Вообще нормально раскидывает, падла. Он раскидывает. Мне его. Я вообще офигеваю, как он там раскидывает свои пульки. Блин, он, по-моему, опять запустил, но я не вижу, куда он. Откуда он стреляет, там не видно ни хера. Да, точно. Ё, твою мать. Сам себя надул, как сказать.
Блять, он стреляет! Да быстрее ты уходи отсюда нахер. Надо как-то скрываться так, чтобы он меня не заметил. Блин, он меня видит. Сам себя подпалил. Вон они. Ёптить. Давай быстрее, ёптить. Уходим отсюда нахер. Засекли, падлы. Засекли. Чёрт. Скройся с глаз. Чё, неужели он больше никогда от меня не уйдет? Ну-ка, давай отойдем. Ни хрена, он меня, похоже, пиканит вообще постоянно. Вот, все, исчезло. Так, давайте по-аккуратному сейчас подойдем. Черт, как мне его захерачить, чтобы... Он меня на самом деле не заметил. С этой стороны не видно. Так, он вот сюда вот прямо стреляет. Не самое приятное ощущение. Черт, да как так-то, блядь? Ни хера не видно, а? За этими деревьями. Да, он сразу же пиканит. Вообще не понимаю, как это происходит. Он оттуда прямо откуда-то стреляет, да? Ну, падла. Попасть бы в него. Ух ты, там снайпер. Давай, ты попадай, черт. Есть, снес. Снес и этого тоже. Эти спрятались за корабль. Вот здесь. Че, мне неужели надо на корабль забраться? Еще с этой стороны не подойдешь. Так, давай попробуем как-то все-таки поудачней. Ладно, здесь мы справились. Корабль, блин. Гребаный. Опять гребаный корабль. Корабль хорошо охраняется, но я смогу с этим справиться. Как окажешься на борту, залезть на взрывчатку на топливном баке должно заработать. По-моему, в меня уже один этот херачит. Воу! Ни хера он попал! Пуляет он потихонечку. Он ракету за ракетой пускает, смотри. Вообще охерел, а. Скорости не хватает. Я даже не успел. Что же он сказал? Я что-то не слышал, что-то сказал. Я сиреваю просто. Фу. Сам себе эту жути навел, так сказать. Отсюда мне его не видно, да? А где он там встал? Не видно мне его отсюда. Я же сейчас опять спалю нахер перед ними. Что-то спрятался. Кто там где стоит? Хрен просышь. Вон он где стоит. Я тебя спиканил, падла. Засек, так сказать. Сейчас бы еще попасть в него. Он стоит удачно для него. Но. Бляха-муха, хрен попадет. Я, похоже, в железку попадаю. Проблема.
хрен ты в него попадешь так просто. Черт, да как же тебя... Пушку-то нужную выбросил, да, которая увеличивала прицел. Я что-то как-то... Да, его не видно отсюда. Черт. Соответственно, еще хуже видно. Если он сейчас начнет пулять, а он уже начал пулять. Прямо в меня нахер. Воу, пролетела она. Как мне его захерачить, а? Похоже, придется проходить туда. Блин, как тут пройти-то? Ёкарный бабай. Попади еще в него. Есть! Ты смотри, как я попал, а? Так, один где-то там спрятан. Ладно, будем надеяться, что там больше не будет этих тварей, которые кидают с этими гребаными супер танкеровскими супер этими выстрелами. Так, там один, да, остался? По крайней мере, я вижу одного только. Ладно, здесь я хорошо спрячусь. Ладно, все хорошо. Пока идет все в порядке. А что тут? Тут вообще спуститься-то как? Можно, нет? Вообще? Реально? Или придется более реально прыгать? Вообще не вижу, где тут спуск. Пологий, более-менее пологий спуск. Вообще нету пологого спуска, ёптить. Мне так повезло. Так, вот тут вот спустимся, давай. Так, ладно, одного вижу. Одного вижу, падлу. А как мне туда подобраться-то, к этому кораблю? Так, чтобы... забраться. Ой, что я делаю? Пьяный ежик в тумане. Он с той стороны и будет сейчас чем-нибудь херачить, это будет очень неприятно. Если он сейчас начнет меня чем-нибудь пулять. Так. Дай-ка я вот сюда вот залезу, лучше. А, нет, сюда не залазит. А почему я сюда залезть не могу? Ладно. Пошли поближе подойдем. По этой сетке залезть, да? Я, по крайней мере, понимаю так. Нет, беда. Да, точно. Блин, а как мне его? Вон он, падла. Корабельный. Там еще кто-то есть. Он, значит, не один. Он не один. Давай-ка проверим, кто тут у нас остался. Из этих трупов. Так, у этого РГшка, да? Где он тут? Кстати, с РГшкой-то парень. Он через борт, видимо, перелетел, да? Предположение именно такое. Больше не вижу. Но я точно знаю, что тут есть еще один воин. Воин он, не воин, не знаю, но кто-то есть. Так, секунду. А чё, почему я не могу двигаться? Вот, все хорошо.
Где еще один, ептать? Штурмовая винтовочка. А лучше, конечно, наверное, все-таки дробовичком. Так, он наверху, похоже, да? Давай-ка лучше поаккуратней. Посмотрим. Дверь закрыта. Так. Тихо. Давай аккуратней. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ага, я тебя нашел, падла. Я тебя нашел. Вот и все. Это что такое было? Мы поплывем куда-нибудь? Эй, там, по-моему, кто-то еще есть. Бульдог и граната к нему. Так, ну что насчет бульдога? Мне вот это оружие не очень как-то понравилось. Блин, я предполагаю, что... Все может быть очень хреново. Так, еще выше. Ага. Ну все, тут больше никого вроде нету. Так. Хорошо. Пойдем спускаемся вниз. По всей вероятности, вон туда нужно установить будет и прыгать с этого судна нахер. Так, надо как-то подъехать. Так, где у меня катер? Катер с этой стороны стоит, да? Если что. Вон там он. Прыгнуть прямо туда, к нему. А где катер-то? Подожди, куда я его потерял-то? Блин, я боюсь, что он может взорваться, да, этот катер? Его нету, кстати. Исчез! Ой, все очень плохо, все очень плохо. Но мы-то будем, знаем, что все очень хорошо, да? У нас все будет получиться. Так, если что, прыгать куда? За борт. За борт, конечно же, куда еще прыгать? 25 секунд. Мне надо уносить ноги. Может, на носу корабля меня не достать? Может, зря я ушел, а? Золтеретьек. Как? Как? Не может быть! Взорвало нахрен. А если на носу корабля в натуре постоять? Может, меня действительно там не достанет, а? Нифига себе. Не ожидал. Пошли попробуем. Секунд. Мне надо уносить ноги. Может, на носу корабля меня не достанет? Ой. А было... Ух ты, блин. Здоровье. Давай быстрее, блин, быстрее. Быстрее нахер. Будем надеяться, что на носу корабля меня не достанет. Не достанет. Достанет, не достанет. Все, сигнал проходит. Все, я закончил. Класс. Кто-то приближается. Черт, это Кроу. Не волнуйся, я с ним разберусь. Вот и Кроу. Пришло время. Он на вертолете, да? Надо, короче, сваливать отсюда. Ой, черт. Ты за это заплатишь, карма. Твое маленькое путешествие подошло к концу. Давай-ка вот сюда спрячемся. Пришло время. Так, ладно. Может быть, может быть. Где он, кстати? А ты круче, чем кажешься. Зато ты не так крут. Ох ты, бля, вон он. Я его не могу засечь.
и аптечек-то нету. Подбить бы тебя, падла. Это самое главное, что ли, парень? Черт, сколько крови из меня выпил, а? Где он? Ой, вода, 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 вода! Вода, 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 вода! Черт! Он тонет! Корабль тонет! Твою мать, корабль тонет. Ой, я все не могу, блин. Надо было успевать это все делать. А-а-а! Все, убили. Нихера себе. А с ним сложно справиться, а, ребятка? Черт, что же делать? Так, придется сразу брать РГшку, что ли? Без нее, наверное, все-таки хуже, да? Давайте все тогда сделаем так. Эх, самое ненужное оружие, наверное, все-таки вот это. Патроны есть? Полно. Ну все, сейчас тебе кобздец, парень. Можешь не сомневаться в этом. Сейчас я разнесу тебя. С первой попытки не получилось, но со второй-то, думаю, получится. 25 секунд. Мне надо уносить ноги. Может, на носу корабля меня не достанет? Хоп. Сейчас бабахнет тут конкретно. Все, я закончил. Пора сваливать. Он приближается. Черт, это Гроу. Не волнуйся, я с ним разберусь. Я с ним разберусь. Наверное. Давай быстрее, вылазь туда, блядь. Твою мать. Твое маленькое путешествие подошло к концу. Где он со своим вертолетом гребаным? Ну, где ты? Где ты, падла? Во как классно я его подбил. Чё не взрывается-то, а? Что за хрень? Почему не взрывается вертолет, а? Что так сложно, что ли, взорвать вас? О, неужели так сложно взорвать этот вертолет? Мама родная. Так, ладно, давайте повторим операцию. Нет, не с этим оружием. Вот с этим вот оружием. Так, если что, еще будут, да, тут оружие. О, может быть, надо как-то в топливный бак ему херачить? Сейчас подумаем, как лучше будет его уничтожить. 25 секунд. Мне надо уносить ноги. Может, на носу корабля меня не достанет? Может быть, не достанет. Ну давай же уже, а. Все, сигнал проходит. Все, я закончил. Пора сваливать. Он приближается. Черт, это Гроу. Не волнуйся, я с ним разберусь. Сейчас разберемся с Гроу, если получится. Вариант. Ты за это заплатишь, Карл. Найс. Твое маленькое путешествие подошло к концу. Так, мое маленькое. Это твое большое путешествие заканчивается.
Ой, блин, попал. А ты круче, чем кажется. Зато ты не крут. По-моему, я его подбил. Я его подбил, но он улетел. А куда он улетел? Он выпрыгнул, плывет по Гао. Чего ты ждешь? Вали его. Сначала подберу тебя. Кроу пойдет на корм акулам. Извини, Джек, но мне нужна важная информация из спауна моего коллеги доктора Андерсона. Хорошая новость, я знаю, где он погиб. Я проведу тебя в зону, где он пропал, и помогу найти этот спаун при помощи отслеживающей системы. Запарил? Должен закачать его содержимое туда, куда я скажу. Я дам точные инструкции, как только достанешь спаун. Фух.